И всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дэд, со мной Марвлэк, и мы начинаем играть в Valheim с модами, вот. Создаем персонажа и ждем, пока плиточник подключится к нам. В смысле к нам? И ты ко мне? Не, к нам. Ты уверен в этом? Да пофигу. Ты точно уверен? Ты не хочешь подумать еще раз? Да давай уже создавай, тут в принципе создавать нечего. Так, начать присоединиться. Мы уже пробовали. Бака-бака-бака-бака-бака-бака. Троечку нельзя поставить, пипец. Помянем. Пипяга. Эй, пипяго. Так. Я пока к тебе не могу подключиться, ждем. Да я тебя жду. Чтоб я создал? Да, создавай. Подожди, а мне сервер сообщества надо делать? Нет, начать игру, запустить сервер, новый, только галку запустить сервер не забудь поставить. Нажми сначала новый, там сид, не сид, название, не название, потом запустить сервер и начать. Пароль нужен? Не, не надо. Уверен? Так точно. Его всегда можно поставить. Или всегда можно забанить. Ну да. Ладно. Окей. Я мраморщик. И я кладу плитку. 24/7. Вы думаете, чем Лёха зарабатывает на жизнь? Ой, кладу плитку шоколадную. Ну там уже тебе виднее. Охуенно. Ну, пока загрузка идет, я надеюсь, что все будет нормально работать и не будет проблем. Ну мы ж только что проверяли. Вдруг сейчас как назло все пойдет по одному медному тазику. О, я зайти. А я не вижу. У меня Дани. Все, я вижу. У меня написано Дани. Какие Дани? Иди сюда, черт. Да подожди, ну, ты, блин. Ну, типа недоступно, Дани. Ничего нету. Ага. Пау. Да я пока ворону луплю. Ну блин, со мной полупишь, подожди. Ух, пушка. Гонка. Как гонка мяса. Шмаль! У тебя синдром Торетто? Синдром Солярыча. Нет, ты выкрикиваешь маты. Ну что, загрузочка идет или все, жопа? Уже все, вот он я. Давай, бей его. Да пять раз. Сколько? А лучше 6. Да просто уже можно его убить прям. Вот каждый бы так сотрясался. Игру можно было бы назвать Valheim Punch. One Punch. One Punch Helm. Так, ладно. One Punch Man съел One Punch Mag и получил One Punch Helm, блин. Так, ладно, стартуем. Игра сложных слов. Лёх, блин, у меня выносливость кончилась. Тут бомж бегает. Да я вижу. Подожди, как там с ноги? Блин, средняя это не тот удар. Мыши. Он не работает у меня. Нет, работает. Хорош. И еще раз туда. Бей его, бей его, бей его. Давай. Бать там его аннигилировал. Вау. А то. Я могу делать факела и смолу. Смолу не знаю, из какого места я могу делать, но... Что-то домогу. Блин, подожди, а я не пометил этого. Дурачка. Да. Ну иди пометь. А, и надо еще взаимодействие других отобразить.
Ты поставил? Да. Так, все, эктюр есть. Что ты со мной хочешь поговорить, на? Получи в лоб, дурак. Пошел нахрен, не хочу я с тобой общаться. Блин, ну он преследовать будет меня, этот алкаш. Пернатый. Что тебе надо? На. Я уже 5 уровень оружия кулачного да прокачал. Изнасиловал. Читер. Что надо? Иди отсюда, нахрен. Чёрт. Так, тут камень. Ты все забрал? Да. Блин, а тут сундук, а как же быть? Я не знаю, куда мне поставить эту хрень. Колесико как... это. А-а, у тебя что, через раз. В смысле через раз? Работает. Ты об этом же? Нет, оно у меня не через раз работает, оно у меня нормально работает. Уже нормально? У меня работает. Просто худ измененный. У меня сфера крутится круглая, и под ней эти циферки. Куда потом скиллухи бахать. Пук-пук. Так, также пук-пук. У нас стоит, если мы расходимся в разные места, карта открывается у всех. Очень хороший, полезный, сука, мод. Да, это офигенный мод. Блин, слышь, у меня бомж. Какой? Жирный, здоровый бомж, однозвездочный. Грейлинг. Блин, бегу. Грейплинг. Гриплинг. Блин, да он больно может делать. Он же ж быстрые удары вроде наносит, да? Нет. Почему? Он медленный. Они медленные. Ты его забьешь сейчас до смерти. Так у меня нету этой, надо же взять скиллухи. Да вот, я собираю, подожди. Подвлекай его, мне один камень нужен. У тебя есть один камень? Да, сейчас кину. А, я вижу. Как раз один, бери. Создается! Сейчас я возьму. Мэтч, мэтч, мэтч. Блин, промахнулся. И что-то не туда. А, он закрывается от ударов, тварь. Я не помню, подожди, кто, где? Нет, не какая рога нахрен? Я промахнулся! Все, пускай Бибу сосет. Не, он сейчас это... Не пройдет он. Давай, придурок. Смотри, что могу. Они являются. Все. Одновременная причем. Так, я играю за отсюда, курица. Играю я за играю мага. За друида. Да. Друида. Вот, что могу я? Могу создать портал. Два портала, между ними тэпаться. Могу сделать стрелу ледяную. Также, вот видели, могу сделать купол, в который никто не может пройти. И, как я понимаю, Вейтер Активити, я по воде могу, что ли, ходить, пока она юзается. Ну, что-то типа такого. О, да? Заработала эта фигня, ё-моё. Куда же её воткнуть? Лёх, кабанчики, иди, проверь, покажи свою супер-трусилу. Да подожди, я не знаю, куда худ этот влепить. Он да такой здоровый тут, капец. А, его можно увелить. Стой, видишь черную точку? Ну? За нее хватани и тяни в уменьшение. О, благодарю. Охуенно! Тогда я поставлю сюда ее. Под карту. Ебать, я на весь экран ее растяну. 4К, да? Да я бы не сказал. Так. Кабану жопу в 160 внесло. Ну да, Лёха друид сильный. У него, кстати, много дэмэджа проходит. Ну расскажи о своих скиллах. Тебе надо что подхилять? Ты там умеешь? Не, 25 хп куда? Я могу хилить, я могу стрелять лозой этой колючей, я могу превращаться в цыпу, и я могу, не знаю, что вот это вот. А, это ускорение юзать. Да, только но ты оно... когда будешь юзать, предупреждай. Рядом. А то... А, у тебя и так ноги... Ну да, лаги начинаются жесткие. Не-не, я о том, что ты когда его юзнул, а я подпрыгнул, я задамажился от такой скорости. А, ну это да, безусловно. Поэтому лучше предупреждать, когда это... Собственно, также этот мод добавляет... Где мы будем вообще находиться?
Давай мы. Да хрен его знает, вообще нам и корректуру надо, но нам надо оленя ушатать. А! Промахнулся. Вообще, я думаю, для начала нам нужно собрать ресов и... Хоть какие-то, знаешь, эти... С ноги... Ну, блядь! Еще, ну, блядь! Еще, ну! Факел. Взрыв. Жепы. Так, ладно, так, я создаю молоток. У тебя, да, есть, хватает? Да. Вон этот выстёбывается, чёрт опять. Иди отсюда, Хугин, чёртов. Кого ты бьёшь? Вот, только для перстиков каких-то там можно перстиков делать. А, кстати, ну ещё я могу этой хренью очень хорошо... Блять, это был портал. Дерево нужно и много камней нужно. Вот, собственно. Ну, короче, подлагивания никуда не делись, как я погляжу. Вот два портала, собственно. Вот. Не, ну я считаю, что друид прям топчик, потому что он хилить может. Я только из-за этого его взял. Ну, а я... Потому что он может хилить. Ну, а я взял мага, потому что я всегда беру мага, вот. Ну, и, собственно, потому что здесь... бывают тут бомжи, могут прям ваншотить. О, гриба. Блядь, где они мычат? Здесь где-то. Да-да-да-да-да-да-да. Они, наверное, убежали, гады. Хотя мы качаемся, значит, тут где-то. Ну, можно, в принципе, и посидеть тут. Охуенно! Так, он слева где-то квакал. Да вот где-то... На востоке, вот, где-то там, в низинке. А, вот он. Сейчас, вот. шмаляю, подожди, шмаляю. Блять, это ты. Есть фаталити, блять. Хорош. Выпала мясо голова. Мясо оленя, шкура оленя. Сука, стой, блядь. Я могу ускорение врубить. Ну давай, попробуй. Только остановись, потому что я ж это... Я насилую ее. Нет, не насилую. Не, в смысле? Удар! Ух, успел я, блядь. А, какой удар? Альты, ёпта, альты, надо было скорость. Подожди, а... Блин, у меня либо пролагнулась способность... Без понятия, честно говоря. У меня такого не было, то есть все используется. Я стрельнул, но в итоге игра как подлагнула, что ли, и... Я и не выстрелил, не было вспышки. Странно очень. Ладно, мне топор надо делать. Да тут всем надо все делать, так. И получается дубину создадим. Так. А может, ну эту нахрен дубину? Не-не-не, я вот создал дубину. И без дубины хорошо. Но играем мы, кстати, на ванильной карте, на обычной, ну, вы сами видели, процедурно сгенерированной, потому что все вот эти вот карты, которые мы до этого юзали, они, короче, там с багами. То хрен данжи какие-то найдешь подземные, то хрен знает там, где с боссом приходится драться на каком-то, его просто кидает там за 200 километров на какой-то отшиб. Кабанчику жопа, давай. Да, 160 дамага, 4-кратный урон, охренеть. О, я деревья пошел валить другими деревьями. Ну, я, кстати, в том же ключе и лучник, считай. Однозарядный, но лучник. И камней очень много нашел, сейчас камни буду добывать, собирать тут. Фаталити, ебать. Фиталити. И мне нравится, что я дерево рублю. Блин, ну эта игра реально большой потенциал. Только, блин, ну она плохо оптимизированная все-таки и мало контента. А, все, да, я вижу, вон ты там ходишь, открываешь, и у меня открывается карта. Это хорошо, это классно. О, олень есть. Давай. Сейчас он притормозит, а я в него шмальну. А вон он стоит. Давай, лазу в него. Здесь пробитие. Ух, вот это надамажило. Но с него мясо выпало только. Мясо, шкуры.
Олень к тебе бежит. Блин, да я ж далеко. Но он на тебя бежит. Ну не прям что на тебя. Так я ж говорю, я далеко. Как он может на меня бежать? Блин, да тут целое пастбище оленей. Люди, время, вы видели? Давай перезаряжайся время. Быстрее. Вы время видели, а они все учатся, блядь. Шо, блядь, сегодня воскресенье, учатся они. Хорош! Первый уровень я получил, кстати. И трофей оленью бошку. Ага. Я прокачал свою скиллуху. Да я уж давно их прокачал, я. Хотя не, пизжу. Да, у меня ничего такого нету. У меня просто именно на английском. Да я понял, зеленая появилась. Да, я понял, как это выглядит. Так, у нас также что, стаки улучшены, но у Лёхи, наверное, это не настроено. Лёх, какой у тебя 302, самый стак? 325 я вес могу носить. 300... Да это нормально, я считаю, 325. Я уже полтинник кирпичей с собой ношу. А мы тогда сколько могли 300, носить кирпичей? 324, но у меня... В стаке, нет, сколько у тебя стак? У меня просто по 2000. Тысяча. А, ну у меня 2-5. У меня тут немного поднастроено с предыдущей игры. О, у меня третий уровень магии. Я ничего не настраивал. Да мне это и не нужно, в принципе. Да 2-5, ладно, зачем? Да, тут все равно от этого веста один и тот же у нас. Поэтому какая разница, сколько у меня в одну влезет, а у тебя больше мы не перенесем. Ну да. Я главное, снег нашел. Снег нашел, хорошо. Угу. Я третий уровень, кстати. Ну, мне кажется, Валчик меня ваншотнет нахрен, если я его найду. Ну, не думаю, не стоит, не лезь, мы уже довольно... А хотя ты быстро бегаешь, то если даже умрешь, ты прибежишь. Гора. Да, я тоже снег нашел. Просто, как бы, знаешь, маги... Вы замерзаете, все, бегу. Бегу назад. Ну да, Лянь, было 25 хп, стало 17. Ничего так. Приморозило. Где мы будем, что, куда, кого? Давай. Чего, зачем? Честно, блин, ну хрен его знает. Деть, ну, я говорю, а, подожди, каменный мало этот. Каменный топор сделаем. Я сделаю. Ну, теперь нам нужно на верстак собрать. Для верстака нам требуется... нужно еще три дерева мне. Но у меня все хватает. Что я... Блин, опять лаги с этим. Я когда в строительство захожу, у меня лагает. Как лагало, так и лагает. Это, наверное, из-за дистанции, да. Чё, давай место выберем. У нас есть вот такой камень, это личный остров. Чтобы мы не равняли ничего. Так, чуть тут улучшим себе. Поможем, так скажем. Лёха, так. Да, иду. Бенч! Хрена его разорвал, да еще и с задержкой. Опа, вот он, что ты несешься? Большой? Не, маленький. А, дай топорик ему нахрен, дурачка этого. Они же деревянные. Так что топорик в помощь. О, свинья. Двухзвездочная! Ушатал ее? Да, ваншотнул просто. Ну, мне кажется, это слишком читерская хрень, но... Ну, не знаю. Раз ее придумали, значит... Ну... Оно того стоит. Не, хочешь, давай, знаешь, что... Сейчас... Вот мы... тут видишь, какая-то как гористая местность, как и низина вроде есть, но при этом как-то поляны нет, как таковой, адекватной. Сейчас, где этот мод у нас? Он там впереди есть что-то с водой. А, вот он, loot control. Ну, я не знаю, стоит ли туда идти. Блин, где тут? Или построимся возле побережья, или чё, как? Короче, давай я... Нам все равно порталы будет, надо мобов. Будет строить. А? Я мобов усилил, если будут сильно сложные, уменьшим. Я... Very hard поставил. Скорее всего, они будут полютее. А стояло нормал, да? А стояло, да, типа нормально.
стояла, сейчас скажу. Сейчас как бы она убьешь такой просто, блин, щит выпадет какой-нибудь там. Не-не-не-не-не-не, давай вот так, не 40, а 80, не 4, а 8. Но остальное не трогаю. 8, не 80, что, упал что ли? Было, короче, медиум, если я не ошибаюсь. Да, медиум было, я ставлю very hard. Окей. Это хорошая настройка, мне нравится. Это, кстати, англоязычная какая-то табличка, да? С мода. Угу. Пауза. Остановись, спутник. Ты здесь последний... Извиня, блядь, переводчик, я ебу, блядь. Баунти. Баунти, да. Твикс, блядь. О, слышишь, смотри, есть вода, давай проверим. А что ты проверить хочешь? Скилл. Так, для начала сдохните. Просто аннигилировали. Так. Да. Что? Я по воде хожу. Я ебаный Иисус, блядь. А теперь прикинь, ты можешь Блин, а ты со мной не можешь, да, ходить? Упала дубинка. Упала дубинка синяя. Ну давай попробуем. Не. Не, ты тонешь. Персонально тебя. Охренеть, тонет. Я ускоряюсь на воде. А я на воде люто ускоряюсь. Ну, будешь, значит, на разведке бегать, если чё. Да, слышишь? А, что? Ой, блядь! Усилились? На воде плавает этот. Да нет, кто? Подожди. Кто плавает? Кого? О-о-о-о-о! Надо кинуться. Блядь, не выстрелил. Конечно, кривовато это действует. Но все равно ты ваншотнул. Вон они, эти дебилы. Воу! Ай, говном кидаются. А! Беги. Зачем? Беги. Просто беги. Просто... Ай, в лицо мне прилетел кусок говна. Хорош. Вот он еще. Килю. Да, достало. Там Джанин этот сидит. То, где сидит. Что ты хочешь? На, блин, получи. А, это черный лес. Нам еще сюда типа рано. А здесь вот, залежи олова уже есть. А нам кирка нужна. Ну да. Нам оленя надо идти ушатывать. Попытаться хотя бы, да. То... Да в смысле попытаться? Его легко убить, самый тупой босс. Ну... Не, ну если, блин, он через моды какой-нибудь там усиленный будет, и он... Но там, он будет усиленный. Ураганы. Нет. Вытворять какие-нибудь, тогда да. Тогда ну хрен его знает. Воу-воу-воу-воу-воу, минус нахуй FPS. Так что это никуда не делось. Скорее всего, сохранение было, да, Лёх? Честно, я не посмотрел на сохранение, но ты пошел туда, где приоткрывается карта. Так, есть олень, есть трофей. Второй олень. Уровень. Неудобно, блин. Вниз либо ее поставить, эту хрень. Она у меня внизу. Внизу справа? Ну да, была внизу слева, где жизни, но я что-то перенес направо ее. Хотя ну, она. Правильно, там слева, да там слева совсем все другое. Блять, это, ягоды. Ягоды забери, дурак. Точнее, дура. Так. Зет, вет. Кто тебя убивает, блять? Кто меня убивает? А чё у тебя так жизни мало резко стало? Потому что у меня их до хрена, у меня их 47 уже. Охренеть, а как так? Я ягод поел. А-а-а. На 10 и 15 минут будут действовать грибы. Но у меня 26. И гриб я сожру. Все нормально, да. О. Да кульная тема вообще. Друид.
Аж левел апнул в прыжке нахрен. Кремень сюда сбегай. Вон пень одинокий. Как нормально вот, ну, типа так, вручную ты справляешься его убить, то есть? Ну, с этим топориком, да, конечно. Так, пока мы с Лёхой ищем место, где бы... Опа, тихо! Ха, не улетела! Птичка! Курва! Лёха курицу поймал. 14 минут, 9 минут, реальных минут? Да. Если это реальные минуты, да это охренеть. Но походу кнопка В. Короче, когда я съел грибы. Что? Короче, Вэшка, она отвечает за автоподбор. Ну, у меня нет, я это убрал. Да. Сзади. Спереди. Сейчас на меня иди. Зачем? Я их приторможу просто. Да. Ну или так. Ну, я остановлюсь, они остановятся меня ударить, и все, и... Блин, ну тут поляна везде такая, блин, какая-то всратая. Ну, мы, по-моему, вернулись, да? Ну, мы как-то, да, круги бегаем. Ну, юзни скорость, давай пробежимся куда-нибудь. Юзать? Ну да, вон туда понеслись. Через глубь и туда выйдем. Блин, на себе тут турбо. На 15 секунд, что ли, там турбо это? Да. Но это я мощно. Все... Я тоже. Но ты-то можешь юзнуть еще раз. А, через, наверное, секунд 15 еще. Ну, где-то, короче, откатывается минут, секунд 40, наверное, способности. А, все-таки откатывается. Но это все равно быстрее, чем сила Эктюра этого. Ну, вот стрелять, допустим, да, 25. А эту хрень 50, и хилится 50. Птицу превратится десятка, то есть достаточно быстро перезарядка осуществится. Так, день, не день, дождь, не дождь. Пошли к Эктюру наверх туда. Ну пошли, ладно, давай вот так сейчас. Давай, я могу бахнуть уже. Ну, давай. Скорость. Турбо. Круто на самом деле сделано то, что для тиммейтов тоже работает эта хрень вся. Главное не убиться. Стоять! Темный лес. Блять, ебут! Блять! Не вижу нихуя! Блять, убился нахуй! Блин, ты слишком быстро улетел, я хилку заюзал. А, заюзал? Придется ждать. Да, ладно, она бежим, не долетела для бежим, тебя. Бежим, ладно, все, бежим, плевать. Это главное, чтобы тебя кабан сейчас не схомячил, блин, вонючий. Какие вот тут? А то тут лучники могут быть, вон. Сейчас, подожди секунду, стой. Ать. Тебя на фул бахает или да, как? Да, да, да. Хорош. Да, оп. Они здесь. Опа. Я даже не убил его. Ну, нормально, нормально. Воу, 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 воу. Да? Да? Хилься. Есть. Одного шотнул. Они обходят к тебе. Хорош? На нахрен. Хорош. Там еще внутри, походу, черт какой-то. Не, их скинуло. По идее, их скинуло. Или есть кто-то? Кто-то трещит, во. Мне кажется, на крыше. Лучше не иди туда, ну его нахрен. А, он, вот он, ебать. Блин, ну по-тупому, конечно, что нет автонаводки долбанной. Мне кажется, автонаводка вот так идет. Да. Через правую кнопку мыши автонаводка идет. Да? Он, короче, на втором этаже, да?
Да. Был. Все, да? Ну, мы теперь не поднимемся. Ну, только ты можешь подняться, посмотреть, что там есть. Взлети. Взлети и... Точно, 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 лянь. Опа. Опа. Есть что там интересное? Сундук. Угу. Гляди его. Перекатики. О, 28. Стак монет. 19980. Ага. Это стак монет будет. Да все забирай, ты чё? В смысле, все забирай, И самород, и самородки, или как они? Янтарь, янтарь еще есть. Так, в птичку. А, блин, я дебил! Пускаемся. Лёх. Ауч. А, лянь, что? А где ты? Блин, охренеть, а почему? Ну, пихта рубится. Да я не рублю пихту, почему я не могу апнуть этот, юзнуть? Блин, а чё он только по прямой пускает? Я думал, он в любом направлении может. В смысле, в любом? Лёх? Там еще бомж. Да, там хилищий. Да? Не подходи к нему, он пердящий, черт. Блин, мимо кассы. Ну извините, сложно. Да я понимаю, нет, я просто говорю, что мимо кассы ты попал. Да, блядь, каждая вот хуета, блядь. Ладно, сложновато, надо привыкнуть. Надо их как-то вместе бахать. Сейчас я вот. Блин! Минус хилка. Хилки нету. Сейчас, бью. Ну, ну, ну. Четвертый уровень, хорош. Не, ну купол эта тема вообще прям огонь. Против троллей, наверное, будет особенно жестко. Не, мне интересно знать, почему я не могу. Вот он еще, Лёх. Он идет, правей. Блин. Блин. Вот видишь, в чем проблема? То есть я иду жопой и все, я в подсе стреляю. Псина, блядь. Куда бежишь? Куда бежишь? Подожди, мы вообще к Эйктюру шли. Ой, там красноглазый. Дикарь идет, самый лютый. Блин, а я опять куда зря стреляю. Мерзкая гадость. Ну, блин, привыкнем мы только. И откатывается у тебя, да, быстро достаточно? Ну, довольно, да, быстро. Но она не сильно. А сколько сильно у тебя дамажит. Написано? 20? Да. А ты, наверное, качаешь их, да? Ничего не качаю. Древесная семечка, кстати, на босса. Да. А их 10 нужно, да, вроде? Да почему, лянь? Я не могу на здание юзать, все. Я вот думал, что можно запрыгнуть наверх, залезть будет. Нет. Так, нам... Не, походу по земле, только напрямки. Ну вот да. Типа... Ты как-то очень странно выглядишь. Так ты тоже можешь юзнуть? Да. Пошел нахрен. А, убил? Да, да тут бомж. Нам левее нужно, ты не туда идешь. Да я знаю, я пил. Или хочешь меня подожди, мы турбо включим. Да я вот он, я не убежал никуда. Я баленя прям. Чё, выбил? Выбрил его, да. Хорош. А, две головы у меня, да. Две головы? Но у меня две головы тоже. А я не помню, там вроде одна голова нужна для его вызова. Да но нет. Это не точно. Я не думаю. Ой, кабаны.
Ой, кабаны забегали. У меня много кабанов. А ты ничего не убьешь? Было бы неплохо, если... Да у меня откат идет. Они меня жрут за жопу. Блин, а я мимо кассы стрельнул. Начали крутиться. Неудобная, конечно, эта скиллуха. Что вы, ёпта, дурочки? Что такое дикий кабан? Что такое, блядь? Что вы, ёпта? Это мой домик, идите кабанились. Нахуй. Да неудобно альт прожимать, пипец. Не, мне нормально. Ты же вроде в линии. Сейчас, настройки. Ты же вроде короче, в линии. Короче, управление. А управление не там вообще-то. А, бег, пригнуться, подожди, нет, нет, мне надо В убрать. Автоподбор. На какой-нибудь там, не знаю, Б. Ну да, автоподбор. Блин, я на другую нет, поставил. На N на какую-нибудь. Я вообще на мышь это сделал. На N. А на мышь я поставлю, знаешь что, сейчас. Левый shift, control shift. А что, альта здесь нет, да, в управлении? Нету, конечно, это именно управление, это, ну, бинт идет от самого мода. Хреново. Я на мышь хотел поставить. Водичка. Ну нам не страшно. Ты Гермес у нас бегающий там. А я птичкой пролечусь. Давай, турбо. Ух, еб. Хорош. Просто оленей к хренам собачьим разорвал, блин. Взорвал, да, я трех кабанов взорвал. Здорово, черт. Тоже ему, да? Хук делаешь. Бля! Охуенно! Готовь булки! Сейчас будут драть. Вот он возле камней появляется. Ничего не вижу, ты тут вообще что-то, блядь, какую-то слеповуху врубил. А где он? Ну, 42. Да это мало, 42 ему, охренеть. 96. Стреляет. Ага, ну он-то сюда выстрелить-то тоже может. Да ни хрена не вижу, блин. Твоя вообще слепит, капец, хрень это. Он бежит за тобой. Хорош. Он там деревья валит. А, я ему в печень ударил. Никто не вечен, ёпта. Пускай. Ты его, походу, еще и станешь. Ничего, я подхилюсь. Бомжара-то ненасытная. Ба! Попал! На, ёптать, я попал в него. И я попал вроде бы, но не точно. Он на тебя. Пускай отдохнет, блядь. Давай, ну, бля! Да и хотите удары его станут жестко. Все. Просто разорвал. Просто разорвал. Твердый рок, холщовые штанцы. А, штанцы ты взял все-таки, ты Е прожал все-таки, да? Нет. Я Е не прожимал, автоподбор у меня стоит. А, сами всосали. Не, просто у меня тоже автоподбор, да? Да. А, ну нет. Вот, они синенькие еще, да. Да, да, они синие. Это, слышишь, а сколько у тебя занято? У меня просто 2 единицы занято. У меня все весит по нулям. Почему? Сзади! Ща, подожди. Я еще слеповуху включу. Сейчас, дай-ка я настрою, что-то у меня не то стоит. Подожди. Чтоб никто сюда не зашел. Range true, стамина. Bigger stack. Знаешь, как вот это Иисуса вызвал, блин. Это. Такое себе сравнение, ну. Цвет такой пипец, что просто там реально. Флешку кинул нахрен.
Ну подожди, у меня максимум ничего не весит, это коины. Скиллс. Ну у меня коин весит 0, да. Инстал монстр. Янтарь весит 0. Камень весит, ну вот, весь походу камень 10 килограмм весит. Да нет. Блин, это стак или не? А, ну вот, у меня все по нулям, да, стоит. А сколько ты, одну голову потратил? Да, одну. У меня почему-то здесь сайз. Подожди. Мне, наверное, будет твоя помощь нужна. Bittersworld. Да ладно, не заморачивайся ты с этими весами, ну да, их надо. Но у меня 2 единицы занято всего, это как-то неинтересно. Да потом, после серии разберемся с этой хренью. Ладно. А хотя, в принципе, наверное, можно еще раз, наверное, вызвать этого бомжа и ушатать его и закончить серию. Да придет Иисус. Где он, нахрен, я его не вижу. А, он жопой уклонился. А, Леха, хилка. Иди сюда. Дал. Да не пройдешь ты сюда, овощ. Ну. Удар в голову! Ты промахнулся! А он крутится, потому что. Да я тоже у меня очень такой. Я тоже промахнулся. Мне кажется, это качать. Ух, глянь. Мне кажется, это качать надо все. Мир сохранится 30 через секунд. 30 секунд. Успеем. А, это мир. А, закосил. Я 42 дал в жопу. А, вон его, лианы держат. По ебальнику, на. Не попал. А, лох. А вот попал, блядь, трусит. Пошел куда? Нахрен. В никуда, блин, тоже ушел скилл. Вот, проломалось. Пошли нахрен все, блядь, отсюда. Сохранение прошло. Лянь бегает вокруг да около, бедолага. Там гремплин тоже был этот. Да хватит, слушай, а. Килю. Ну у тебя да, прям у тебя жестко. Ты либо качаешь эту хрень. Да не качаю, как я ее качаю, если все, она как есть, так и есть. А почему у меня так хреначит слабенько по 40? Да я ж откуда знаю. Типа что, дух легца, типа. Не знаю, если это продумано, то это вообще люто. Сзади блядь. Аккуратнее этот. Бомж. Должен прилететь. Я его сейчас. Живи. Хилю, хилю. Ну, а, не могу хилить. Не стой. Куда он давай. Делся? Хилю. Давай. Я его взорвал. Вот он, бомж остался с Саной. Блин, куда ты нахрен полетел? А, ты его щитами вытолкнул. Да, и чё он? Он жопой на меня летит, блин, и хотел ударить, я его заэвейдил. Всё? Да. Успокоився. Прикольно. Однако, дерево вон снесли. Руби его. Так, у меня 3 когт этих. Но у меня 14 уровень магии. Рога. У меня. А что у меня качается? У меня общая, наверное, статистика. А где ты смотришь? Магия, вот это вот все. Нигде, просто у меня выскакивает 14 уровень, все. Ты его какой-то блеватнёй какой-то, блядь. Ну я же говорю, со второго босса, Сента у меня вот этот вот, крюк. А, вот башка его, кстати, вонючая. А починить нельзя, да? Проще сделать новый.
Как можно починить? Верстак нужен. Нам надо дом делать, начинать. Короче, в следующей серии начнем мы делать. На острове у нас есть. Или знаешь, что можно сделать? Блин, Хугин удал в лицо. Хотел у него задание закрыть. Хугардену. Двоечку ему. Мы можем, смотри, вернуться сейчас, повесить его бошку, взять его способность. И может там где-нибудь рядом и начать строить дом. Ну, включай ульту. Ну вот, 8 уровень у меня только аж. Но у меня 14. Ну, у тебя, видишь, откатывается быстрее, поэтому ты как бы фигачишь быстрее, чаще. Но у меня 20 всего. А, лянь, у меня стамина кончилась, и ты удрал все. Ну, я тогда просто бежать буду, догонишь меня потихоньку. Юзай. О, клещ вонючий деревянный. Не могу. Вот а, она очень долго откатывается. Ну, понятно, ладно, да, это слишком имбово, типа, знаешь. Мне интересно будет, что если я использую, блин, вот эту хрень. Способность этого коня дурацкого. Тэпайся. Хорош. Вешайте. Активируйте. Мне кажется, я у него задание не закрыл. Да я тоже, да. Но он все появляется. Пошел он нахрен, чертило. Ну, в принципе, неплохо зарубились, что можно сказать. Но он и так легкий, для него не надо сильно... Напрягаться, да. Да, то есть, ну, я хоть и усилил его, но понятное дело, что мы бы... При обычных обстоятельствах не убили бы его. Ну да. Но мы же не при обычных обстоятельствах. Ну да. Так что, народ... Всем спасибо за просмотр, кто смотрел все это дело. Ставьте лайки, пишите комменты, ссылки в описании будут наших. Что там еще? Подписывайтесь, если я не говорил, не помню, говорил, не говорил. Вот, и с вами был Хамстердед, Марблэк, всем удачи, до следующей серии. Продолжим наше путешествие, будем строить дом. И всем пока-пока. Всем пока, ребята.